трейдеры, если останутся. Особо сильно не тратьте их. Если останутся, соответственно, по одной скидывайте обратно. ГБ не безграничный. Нет, не топ-ласки, обычные, блин, обычные. Топ здесь бессмысленно. Когда РС-ка будет под, ну, с топами, это вы уже сами закупаете пока что. Когда ГБ станет более этот, тогда да. Ну, когда у нас будет лям в ГБ, тогда я буду покупать силу титана. Чё, кому-то нужны фласки? Чек на ФК. Все вынести. Все вынести. Естественно, пошли трэш. Чё? Так, где увеличить рамку запомненной цели? Да хрен его знает. Графика. Нашел. Хорош. Лиз, забирай. Командира заберешь, или играете первым в приоритете, это командир. Бузер, бросай на мидвея. Ты же в танке, да? Да, да, я в танке. А, ну ходи отсюда и бей командира. Ревостно прокнул. О, еще этих зацепил. Молодец я какой. Чего там, командир, это забили, не? Да. Али, забирай. Идите бейте. Завятка, сука, на дудке. Бесит.
А чё это, он мимо? Вейт. Да, я вижу. По себе лето. Чего? Лист также командира заберешь. По командиру играйте. По командиру. Командира сейчас вам подведут, ребят. Командира забирай. Всем привет, что делаете? Здорово, раску чистим. Что, есть у вас место? Нет, пока что нет. Ну ладно. Спасите, я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Давай этих зацепим заодно. А нахера это так? Да, бывает агрит. Когда это как в целках агрит трэш, который? Да, 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 бывает. Раз на 2 миллиарда. Лучше забить. Ну я тебе честно говорю. Вот этот трэш я лучше забью. Играйте через пробудители, пожалуйста. Mm-hmm.
Так, чё? Алис, первую копию. Мастер, давай в танк. Вторую копию заберешь. Я третью. Тали, знаете, что здесь делать, надеюсь? Первый раз, ну. Рейнджу держи, если будет дебаф на тебя, соответственно, Рейнджу от босса держи. И друг от друга. Чикнак готов. Я третью. Я, ты вторую, я третью. Давай послак. Рыбу поставил, кушай. А дайте столик маги. Сможет родилей. Скажите, если кто-то отвалится, или если замена да, будет. Да, я тут один, или еще кто-то есть? Один ты. Спасибо. Чек на готовность. Пусть пимш. Все готовы, давай. Гуляй. Цирк приехал. На, да, этот. По хилам. Давай. Вот, держи Алису. Рейнджу набирайте. Стакайте много. И с центра перед рожей никто не стоите, РДДшники, пожалуйста, потому что иначе сдохнете. Ой, давай, ты на Алисе, Мосса, на этом, как его, на мастере. Бузер на мне. Ты где будешь держать мастер? Буду стараться водить. Ну я здесь, как обычно. Вот тут справа от босса. Забирай. Да, я дерево закинул, сейчас. Забирай, забирай. Угу. Отойдите от мастера, чтобы вас кривом не шотнуло. Так, я тогда туда дальше побегу. Он же с основной, да? Мастера прохил, алё. Сука, ёбаная мышка, блядь. Перед лица ушли. Буду двоих держать. Третью, а, ну вот. Да зачем вы забираете раньше времени? Третью, ну хорошо, давай я третью заберу, нормально. Главное мастера прохиливайте. Смотрите, стаков много, не ловите, пожалуйста. Чё там, где? По разделению. Двое сильнее страдания. Сейчас, надо забрать. Ну меня откинуло, короче. Забери третью. Сейчас иду. Отошли из-под лица. Я забрал. Геру дали. Чё, пан в танке, блядь? А пан в танке, да. Тогда отдай одну копию пану. Да что? Две копии держу я. Добивайте там, которая у пановская. Два хила, сядьте на меня, пожалуйста. Геру дайте, алё. Долейте, пожалуйста, Балтазара. Слишком далеко. Я пока не могу. Не, лёг. Доливайте, 600 тонн. Очень плохо. А, нет, все нормально, да, не слакаем, стали. Заходим вот. Мастер спека всего этого. Алиса танчит. Давайте подходим, фул пробав дали. Давайте только быстрее. Чик на готовность.
Чудо, если метка на ком-то есть, соответственно, от рейда отбегаете. Остальное в рейд, рейд в середину. Здесь понятно. И пусть снимаешь берсу. Кулак и пристабаф, пожалуйста. Пан, дай кулаки. Это мой кулак. Если у тебя не вкачан кулак, то я тебя никак не перебью его. А у тебя кулак не вкачанный, тогда понятно. А, у пана тоже не вкачан? Ну, отлично. А, это какие-то привычки, просто пошли в шляпку. Все... Шейпер не подтверждает. Да похрен, давай, запуливай, Элис. Снимай. Пусть и берсу. Отлично. Снимай. Готовимся убегать. На ком метки перед над персонажем будет, убегает из рейда. Выбежали. Быстрее, 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 быстрее от рейда. Пимша, пимша. Нормально. До первого раза нормально. Сними берсу. Берсу, берсу, быстрее. Угу. Снимай. Мастер, давай в танк. Идите уже. Зов, я так понял, это аналог чешки, просто чуть послабее. Да, да, да. И с хэмом тоже не обычно. Но я не знаю, я еще не видел с хэмом. Лимон, тут смотри, тебе могут уступить место, если хочешь. Че толку? Мне все равно ни кольцо, ни наручку прием не забирают. Всем привет, а РС-ку уже собрали? Смысл да. Уступать? Смысл уступать ему и потерять? Вот сам хэм. Так кто говорит? Кто спрашивал про РС, собрали, нет? Джованни. Да, собрали, конечно. Чек на готовность. Алиса танчит первый. Зоил даешь на него этот, как его, антифир. Мастер, ты справа держишь. Второй там Шансунг. Третий мульти. Четвертый надо Питер и... на готовность. Шапай, короче. Да. Мистер Доебятор, блядь. А, ну вот. Мистер Доебатор, короче, так и называется. Все готовы, что-то. Алекс сразу выбрала достойных союзника. Ша, тотемы переставь. На замену можно, Тёма? Все, дадим. Слуги, обратите их в пепел. Да, можно.
Я зайду плюсами. Надеюсь, что прохилил он. Переходим по краешку, становимся со стороны входа. Назойливая маскара, вы опоздали. То вообще не было в РСК. Плюсик в чат. Я не говорю, что на этом серве. Соответственно, первая фаза. Стоите. Да, на тебя метку поставлю. Где-то там будет. Ой, сейчас, секунду. Так. Можно тебе вопрос пока? Чё? В 2DC, да? Да, тут две будет полярности, так что будете в 2DC. Все, понял. Типа один там, окей. Да, только вот сейчас думаю, чё по ДДшникам. Пим шафлик же, да? Так. Пимша, сделаю. Ладно. Так, ладно, так оставим. Чуть-чуть. Минимум. Блять. Секунду. Да. Ты еще скажи тот, кого нельзя называть. Я так и сказал. Шреддер. Как там было? Кто боится называть имя, значит боится того человека, да? Я не боюсь называть его имя. Шреддер. А все остальные такие в страхе, тот, кого нельзя называть. Он зачарил себе силу и интеллект на шлем. Соответственно, ребят, первая фаза. Какого? На первой фазе босса за пулем, соответственно, близко к боссу не стоим, потому что на первой фазе будет кидаться на рандомного человека в рейде, кроме танка, меточка, с которой она будет бежать к стеночке. Соответственно, вас будет продиспелить. На диспел я назначу человека. Далее. Будет кидаться метеорит. Соответственно, метеорит, когда будет кидаться, вам надо будет пробежать через босса на другую сторону. Соответственно, с другой стороны бить босс. Когда метеорит упадет, с него будет литься огненная лужа. Соответственно, если она пойдет в рейд, надо будет чуть-чуть сместиться. Далее.
По первой фазе это все, соответственно, на переход на вторую фазу. Появляется портал, босс пропадает, соответственно, это измерение на первой фазе, это считается свет, вторая фаза это тьма. Далее на третьей фазе будет и тьма, и свет. Соответственно, сначала заходит танк, это Ивинар, пока ставит босса, соответственно, далее заходят хилы с ДДРДД. На второй что фазе... Что твой Ивинар? Что, ты танчишь этот первую фазу, соответственно, заходишь во вторую и будешь в тёмке танчить. Или что, ты хочешь, чтобы я опять танчил? Ты в БДК, ну, я, конечно, ты будешь делать. Могу попробовать. Что, будешь не пробовать, а будешь делать? За каждый вайп 50 гп. Конечно. Ты же говорила на прошлом КД, что ты можешь это делать. Я что? Смотрела, как это делается, но ничего я не знаю. Ничего не знаю. Было сообщение, что я могу, меня не ставят. Это может подтвердить, наверное, половина гильдии. Далее, соответственно, на второй фазе во тьме будет также кидаться меточка, которую надо будет выносить к этому, к стеночке. Далее, там будет около стенки летать два шарика. В определенный момент времени между ними будет луч. Соответственно, это лезвие. Если у вас стоит ДБМ, ДБМ это будет анонсировать за 5 секунд. И когда будет лезвие, соответственно, по центру экрана или что-то так, у вас будет анонс. Соответственно, если вы попадете на это лезвие, как его, вы шотнетесь. Соответственно, за это будет 50 гп. Ну, кто новенький, кто плюснул, им на первый вайп будет прощено. Дальше. Как его? Соответственно, танк будет подкручивать, вы будете смещаться. На второй фазе мы дадим геру. По второй фазе тактика это все. Соответственно, под жопу босса не лезем, потому что он откидывает. И под рожу не лезем, потому что он дыханием и кливом вроде зацепит. Далее, третья фаза. Появляются порталы. Выходят первая, вторая пати. Это эрдешеры. Соответственно, даже давай как-то поменяем. Кто у нас тут? Чтобы было еще и во тьме-то норм по ДПСу. Так, кто у нас хорошо? Вента или господин? Давай вента кинем. Так, да, пусть так будет. Соответственно, первая, вторая пати будет выходит во свет через портал, соответственно, делает все то же, как и на первой фазе в свету, то есть метеорит. От метеорита перебегаете, с меточкой выходите к стеночке. Во тьме также на третьей фазе все то же самое, как и на второй. Никаких добавлений не будет, просто будет проценты, то есть материальность. Если вы будете сильно дамажить, то есть на третьей фазе свет, соответственно, надо будет ему стопать, потому что иначе может шотнуть танка во тьме. Так же, как и если во тьме будет слишком сильно дамажить, может шотнуть танка в свету. Соответственно, там ДПС падает и тому подобное. Но это вам, если что, я скажу. Тактики, а хилы кто остается? Выходит. По хилам. Давай, Лачдан, Мосса, Шансунг. Вы ходите в тьму на второй фазе, хилите тьму. Зоэл и Бузер, стоите здесь. Дальше. Давай, по диспелу. Зоэл, сможешь продиспелить или нет? Конечно. Соответственно, смотри, чтобы отбегали к этому, то есть в свету диспелишь только ты. Далее, Шансунг, во тьме диспелишь ты. Не слака. Соответственно, за слаки также будете получать ГП. Так, по тактике я вам все объяснил. Можно прото-ауру на прото-паладина? Потому что она получше будет у прото. Да, отлично. Соответственно, от огня, да. Так, по тактике я объяснил, фласочки пропиваем, рыба стоит, рыбу кушаем. Алис, на изготовочку, пожалуйста. Начинаешь так же, соответственно, ты. Сюда, Мкас.
Можно? У кого есть фласка на реген МП? Она тебе здесь не надо, успокойся. Ладно. На СПД пей. Бузер, нет, ты остаешься свету. Ты хилишь свет. Ну я с бузером постоянно свету, правильно? Да, 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 да. Три хила там должны хватать. Так, еще раз чек на готовность. Сможешь его поставить? Ставите 3D метку, где должен точно босс по центру стоять или нет? Поставь. Вроде как-то вот так. Все готовы? Соответственно, садимся на коня, заходим вот так вот, не дальше звезды. Бля, да ёб его идти. Перезвоню. Отчет на пол. Не слакаем. Перевертай. Дали сначала поставить, дали на полный инвентарь. Перед рожей не стоим. Отлично. Стой. Все нормально. Бьем. Фрейм босса большой. То есть близко к боссу подходить не надо. Звезда вам ориентир. Слишком также разбредаться не надо далеко. Но что бежать, через метеор перебежали. Огонь не в рейд, отлично. Далеко слишком не стойте, пожалуйста. Я не помню, сколько там процентов переходка. 75 вроде. А то у меня процент. А, турбо вышел. Так, проценты. А мне сразу заходить туда или нет? Ну, что, конечно, тебе прохилят, тут нажимкой заходишь, ставишь босса. Прохилят, ходки накидают, пойдешь. Спиза дебеном. Когда будет лезвие 5 метеорит секунд, я ворочу. Ну она ж смотрела, этот маленький муж. Лужа в рейд сместились правее, левее. Скаркас будет ТП. 2% ДПС у нас хорошо. Вторая фаза. Заходи, ставь босса. Поставила? Заходим. Хилы. Веди, веди. Да, блин. Поанонсируй там бой тьму, пожалуйста. Ну, вот, тут нечего анонсировать. Пан. Чё? Пан вышел. Гера, чё там? Геру дали. Сейчас лезвие всех порежет. А, мастер надо было найти метку, посмотришь. Бам. Давайте кто-то потанчит. Она даже не крутит босса. Потому что никто ни хера. Давай попробуем сначала объяснить. Нормально. Алиса, так само говорю. Ты видишь? Вот круг возьми, когда ты заходишь. Есть такие шарики. Свет, погоди. Бузер. Бузер. Зоил, заходим, умираем. Стоп, налетел. Какие шарики? А, во. А, Мидвей, лучше танчить. Да, я заметил. Ясно, короче, я буду танчить, понял. Алис, так ты... Какие-то вообще у меня из гильдии, нахуй, я заебалась. А, успокойся. Раз меня обсирают, блядь. Каждый рейд тебя... одно и то же. До я тебя... хуёвый танк, я хуёвый танк, кикайте меня с гильдии. Я... Чего ты, во-первых, бомбишь? Кикайте я тебе меня с ги. Я тебе отключил микрофон. Зачем кикать с гильдии? Я надо было сказать, в чем проблема. Ты же на прошлом этому говорила, что можешь отдать. В чем проблема? Если ты не уверен, да, сказала бы, я бы потанчил. Че лежим? Встали, забежали. Танчишь, значит, нет. Ты не говорила, что боюсь. На прошлом РТ я слышал, что вы меня не ставите. Не надо вот мне ля-ля забивать. Так, заходим.
Так, Олесь, заходи. Так, я включил этот звук, только без бомбления. Заходи, Джис, поставил. Джив справа, соответственно, чините кому надо. Мастер, ну, тебе будет. Ориентируйтесь во тьме за трусиками. И мастер, сейчас я тебе кину звездочку. Надо мне ассист, я буду обновлять. Если на мне ветка вешается, то меня метка сбивает. Да, дам, конечно. Мастер. Во-вторых, объясните Алисе правильно, как танчить. Все, в чем проблема? Какой потом, блядь? Я сейчас учить никого не буду. Мы научим ее в десятке. Проблема в чем? Вот сейчас 25 человек будут вайпаться, чтобы научить Алису держать во тьме. Научим в десятке, будет потом танчить тьму спокойно. Я думал, она знает, соответственно. Пошли нахуй. Я, кстати, поддерживаю Алису полностью, потому что Алиса ошибается не так часто, а вы на нее пиздите много. Очень часто. Я сделаю спектр 100 ДД, и у меня будет танколик ДД. У меня больше не будет танк, радуйтесь, хорошо, пожалуйста. Хорошо, все. Успокойся. Чек на готовность. Алис, ты танчишь свет, соответственно, на третьей фазе. Войт, наверное, там больше всех радуешься. Ура, этого уёбского танка больше не будет. Войт, соси хуй, о, пожалуйста, чтобы сдох от спида. Ты пошёл на уёб... Так, понятно. Чек на готовность. На пул отдавайте, пожалуйста, мне двое. Все готовы? Поджались чуть-чуть, иначе не успеете зайти. Чё? Стоять. Всё, все готовы, запуливаю. Этот мир вот-вот соскользнёт в бездну. Вам выпала честь. Ну, блять, я сказал же нахуй, на пол дали, пиздец, легли. Слышь, ДПСеры нахуй. У вас не ДК танчит. Ни, блядь, ни медведь, никто, нахуй. У вас танчит паладин, у которого нету, нахуй, агра. Запомните это в любом рейде, блядь. Зашли. С нахуй будете вайпаться до потери пульса. Чек на готовность. Вы мне сели, а... что ли? Отойдите с рыбы. С рыбы отходим, садимся около рыбы. Бафа, давайте. Ох, эти тавраны донатные. Садятся на рыбу. Ну потому что, наверное, я даже удара не сделал. Лу. Я прожал таунт, он побежал на меня.
Пока разворачивался, не успел щит дать. Чек на готовность. Все готовы, отчет на пол. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Ну теперь у меня крыльев нету. Узреть начало эры разрушения. Пусть я притворить мертвым. Мастер. Теорит на танке. Стоим. На пол ПКД, пожалуйста. Силу вышло. Силу быстрее, да выйди. Быстрее, быстрее, быстрее к стенке. Оперативнее делай. Продиспаливай. Выходи быстро из лужи. И под лицом. Ясно. Падение метеора, готовимся. Метеорит перебежали. Масса лестничая. Вес и силу. Входите, если посмеете. Какого хрена вы зашли раньше времени? Ребят. Заходим. Быстрее. Как на босса смотрите, с левой стороны должен быть стоять. Шреддер вышел. Я опять сдох. Ну ничего, Геру дали, отлично. Лезу я, готовимся, подкручиваю чуть-чуть. Подкручиваю! Блять. Легли. Так. Бодро, заходим. Да я не так сделал. Косяк. Сила, вышла с меткой, заходишь обратно также в рейд. Не надо оббегать перед лицом босса. Она не оббегала, она в метке умерла. Ну, надо все оперативнее просто делать. Ребят, чё лежим? Встаем. Тут забежать быстро. Дживс есть, починились, все. Рыбу кушаем, пробафались. Вам не надо с кладбона бежать. Фул баф даем, пожалуйста. Фул. Чек на готовность. Передняя метка стоит. Так, все готовы? Отчет на пол. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры. Готовимся. Метеор перебежали.
Метеор перебежали. Пимша вышел. Быстрее к стенке. Продиспелли. Ага, вышел. Ну, давай, обратно, быстрее. Продиспеллили обратно. Лужа появилась обратно. Заходим. Элемент Про вышел. Быстрее! Блять, подкручивать сейчас буду. Где там ебаный шар? Назад пошли, назад пошли. Назад. Назад, перед лица вышли. Двигаемся. Пан вышел. Гера там нет. Геру. Некогда. Элемент Про. Где этот ебаный шарик? Алло, ну турбо, Мангиал вышел. Откручиваемся. Кинул игру турбо. Мульти. Да я по мульти сорвал. Дал. Мульти вышел. Ёпту. Лезвие фаза 3, готовимся. Выходим. Первая, вторая пати вышли быстро. Шансунг вышел. Тьма стоп. Зоэл вышел. Я там. Падение метеора, готовимся. Тьма стопнули. Бьем. Лезвие. Бьем тьма. Где, блять? Лево к нам. Опасная игра. Свет. Свет стопнули. Турбой слышал. Свет стопнули нахуй. Не слышите команды или что? Падение метеора, готовьтесь. Бейтесь. Свет бьем. Крутимся. Перебежали. Вента вышел. Вента вышел. Свет стопнули. Не один, бьем. Все, бьем, бьем, бьем. Нормально. На 30 стоп идем. Лу вышел. Стоп, свет. Свет стопнули. Крутимся. Бьем. Пуси вышел. Пуси, да, вышел. Метеорит. Готовимся. В Шредер вышел. Метеорит перебежали. Кто там на лезвие у нас лезет? Ладжидан вышел. Бойт. Не ты уже ник, нахуй. Как-то непривычно. Стоп, свет. Стоп, ну да. Перебежали. Двигаемся, двигаемся, не стоим. Свет бьем. Мосса. Подошли правее. Вроде спрей, ага. Свет, стоп. Что, у нас это больше ДПС, что ли? Конечно. Бьем свет.
Мос. Вышел, блядь. Прожался. Свет, стоп. Ну чё, Луду, выебывался, да? Перебежали, свет. Давай гимн на манушенцу. Правее чуть или левее отошли. Готовимся. Мульти вышел. Мульти. Стопнули свет. Бьем. Бьем. Наливайте. Шейдер вышел. Ну вот и чешка. Шейдер забрал хорошо. Слышишь? О, да. Ну, Лу, полтинник за смерть. Это ты сам знаешь. Полтишок. Полтишок сил. Тём, сейчас должно было появиться это ЕПГП лутмастер? Вот сейчас появился. У тебя тут нету ничего пока что. Не, ну вообще, если у меня не подходит если шмотка, но... Если шмотка не подходит, у тебя не выскакивает. Всё, понял. Ну, типа на трине она тоже не выскакивает, да, на эту? Выскакивает. Да. Он приз же. А, так, у тебя не тот, нету. У мистера Дайбеттер нету, Зойла, Силу, Пимши, Пусси Магнит. Просто я же говорю, хочу проверить, или она работает, но... Пусси, тебе они нужны? Или нет? Ага. Третий спек? Мастер, тебе на третий спек? А, нет.